И вот мы находимся. Тише, Миля, я уже снимаю. И вот, мы думаем, канал, видишь, какой? Нужно ли нам это? Не, ну конечно мы можем туда пройти, просто там такое же озеро, там такая же рыбалка. Также мы можем сделать другой вариант. Мы... На моторе мы обратно, судя по всему, не поднимемся, потому что мелко очень. Видишь, как мотор надо совсем будет задирать. Ну можно, конечно. Да. Но я считаю, что лучше было бы сейчас вернуться в лагерь и приготовить еды. И по дороге еще что-нибудь половить, да, чем мы сейчас вот это будем двигаться. Да. Да. Вот и съездили по каналу. Как тебе вкусно по каналу? Хотите, давайте, поехали. Да не надо. Выламываем колышки. Очень хочется кушать, поэтому поехали лучше макарошки с тушеночкой. Сварим. Мы уже поймали рыбы достаточно. У нас уже, да. У нас уже. Не, на самом деле у нас много рыбы, 3 щуки. 4. И 2 очень больших, приличных окуня. Угу. Ну, мелочок мы даже не считаем, котам, собакам. Мы сейчас вот еще под теми камышами порыбачим, пройдемся. И поедем уже в лагерь. Да? И на ходу сразу дунем в лагерь.